моей жизни есть один прекрасный светлый человек, Андрей Андреевич Заречанский, директор многих ресторанов прекрасных, которые всегда помогали Одесской епархии, помогали людям. Андрей Андреевич очень светлый человек, легкий, отзывчивый, щедрый, семья прекрасная. И сегодня отпевали маму Олю, которая рано ушла, очень рано, еще очень молодая, чуть больше 60 лет. И рак съел, очень как-то так неожиданно, хотя все шло к выздоровлению. Сейчас и так везде смерть, несправедливая, наглая, страшная, и хотелось бы, чтобы люди жили максимально дольше. Но, к сожалению, ушла. Сегодня я был на отпевании, было много слез. Я один раз видел маму Олю. Прекрасная женщина, светлая, добрая, харизматичная такая. Такая, ну, настоящая украинская такая жиночка. Очень жалко. Жизнь быстро проходит. Вечная память маме Оле, крепи Господь всех родственников. А нам ценить жизнь, ценить своих матерей, своих жен, своих детей, своих друзей, своих соседей, всех. Ценить это и максимально жить в мире, в согласии, просить прощения, извиняться, несмотря ни на что. Светлая память маме Оле, вечная память этому прекрасному светлому человеку.